Кроме того, на заседании Думы речь шла и о содержании городских кладбищ. Сумма, которая уйдет непосредственно на их содержание, составляет около 4 миллионов рублей. Еще почти 17 миллионов муниципалитет выплатит в качестве возмещения расходов на содержание ритуальной службы. Резкой критике депутатов подверглась работа управления архитектуры, которая разрабатывает эскиз аллеи памяти и стелы, посвященным ветеранам различных войн. Те виды аллеи и стелы, что на сегодня продемонстрировали архитекторы, пока никого не устроили. Новости с того света. Вот эта фотография. Почему? Потому что у нас зеленое такое никогда не будет. Эти эскизы, скажем так, они не окончательные, они будут обсуждаться с нами, с ветеранами. И вот мы будем принимать те, которые будут говорить.